Запуск третьей линии Московского центрального диаметра – один из самых долгожданных транспортных проектов для жителей столицы и Подмосковья. В городском округе Люберцы к открытию МЦД-3 благоустроили территории, прилегающие к железнодорожным станциям. Результаты преображения в нашем следующем сюжете. Вот как выглядела территория, прилегающая к станции Панки, буквально несколько месяцев назад. И вот как она выглядит сейчас. Обычный пустырь превратился в современный мини-парк. Комфортная зона отдыха для пеших прогулок, катания на велосипедах, самокатах или роликах, а также для активных игр на свежем воздухе. По многочисленным просьбам жителей здесь оборудовали специальную площадку для выгула собак. Нами произведены работы по благоустройству парковой территории в размере 3500 квадратных метров, устройство дорожек пешеходных, велодорожек для самокатов, освещение, порядка 58 светильников установлено, камеры видеонаблюдения. Каждый день я прохожу на работу по этой дороге, как бы недалеко работаю уже, как 10 лет тут. Очень поменялось, тут красиво сделалось. Можно посидеть и хоть на лавочке отдохнуть после работы, пока доедешь домой. Ну, очень красиво. Ребята постарались. Налицо преображение территории вокруг станции Люберцы Первой. Для комфортного прохода пассажиров к пригородным кассам и подземным переходам новая плитка и оформление в стилистике МЦД. Кроме того, на Волковской улице обустроили сквер с освещением и камерами видеонаблюдения. Подобные зоны отдыха и комфортного ожидания появились вокруг всех 6 станций городского округа, через которые проходят поезда МЦД-3. Этот долгожданный проект не только улучшил транспортную доступность для жителей, но и преобразил Люберцы. Луиза Игязарян, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.